Я хочу поприветствовать вас от лица общества ревнителей санскрита. Я рад видеть вас в таком количестве. Я ожидал, что у нас будет 5 выступающих и 5 зрителей. Я приятно удивлен, что нас больше, потому что на самом деле не так часто в Москве звучит санскрит. Санскрит классический и санскрит современный. Сегодня вы услышите отрывок, весьма большой, на самом деле, фрагмент из еще не опубликованной книги Сундараканды Рамаяны. Его вам представит Оксана Собака. С этого мы откроем наше мероприятие, приуроченное к выставке «Отблески радости ткани и вышивки Индии». И после этого, собственно, вы услышите санскритский алфавит, который прозвучит уже не впервые, но впервые именно в таком составе. После чего Оксана Горностаева исполнит несколько современных санскритских песен, после чего вы услышите санскритскую буддийскую рецитацию, санскритскую тантрический отрывок в исполнении Пхишаны Эшвари. И, собственно, все. Это займет около 2 часов. Если это будет трудно, то я думаю, надо садиться, да, потому что выставить 2 часа санскритской рецитации может быть непросто.